Короче, тут новослободские стрелки довольно интересные. Я только стою, короче, там где-то у ментеновских местов. Вот, кстати, вроде помойка эта железная, где он ковырялся, искал себе пожрать летом. Не знаю, здесь одна такая, но похоже, что может одна, может еще одна. Где-то еще есть. Короче, Red Bull стою, открыл. Подходит прям посреди ночи сзади. Курить есть? Спрашиваю. С виду москвичи, блядь. Сигарет нету, ходят, стреляют, ёпты. Совсем что ли с ума посходили? Ребята, пробуйте как-нибудь заработать на сигареты, если вы курите. Еще и молодой, самое главное, такой наглый. Сложно сказать, но мне кажется, что помойка, блядь. Помойка похожа на эту, которую. Хотя место не то, но помойка, вот это железное сооружение, похоже. Где ментенок ковырялся все эти ролики последние 2 года. Сложно сказать. Я не специалист здесь. Ну ладно. Если что будет, сниму еще. Ну, ребят, короче, свернул. Тут, короче, новослободские места уже. Помните, как вот рельсы, трамваи катаются. Места радиобашки и ментенка. И всей этой бригады. Депутата Гламура и всех остальных. Вот эта церквушка, я так понял, где тут радиобашка снимала. Не так давно в этих местах. Там чуть впереди помойка, где этот лазер ментенок, знаменитая легендарная помойка, где он кушает. Летом скоро вернется, наверное, будет снова заниматься тем же. Конечно, ночью было можно было пройти, посмотреть. Конечно, не найду, скорее всего, эту хату, которую он спалил там, где он ночевал 2 года назад. Там, где там Вадим и он что-то в ролике были. Друг друга чуть не спалили, насколько я помню. Да, вперед идти это далеко. Ладно, я пойду сейчас назад. Ну, вот показал примерно места, где ментенок бродил, ходил туда-сюда. Будет время, как-нибудь еще что-нибудь засниму. Так что по времени у нас уже ровно 12 ночи. Пойду приземлюсь где-нибудь.